В Урае помещение храма Рождества Пресвятой Богородицы обрабатывают озоном. Так здесь борются с ковидом. Вечером, когда в Центре духовного просвещения не остается сотрудников и посетителей, к работе приступает специализированная компания. Такие меры необходимы, чтобы верующие могли посещать храм. QR-коды для входа не нужны. Священнослужители стараются сделать ограничения ненавязчивыми. Например, возле икон размещают цветы, таким образом, чтобы человек не смог близко подойти. Все, сейчас у нас идет 5 грамм в час озона поступает в данное помещение. У нас обратно 30 грамм в час. Очень действенная вещь. Она убивает 99% бактерий. Также она убивает все болезнетворные бактерии, включая все виды коронавируса. Мы заходим в храм. Если мы поставим свечу, то ставим свечу. Прикладываться к иконам сейчас нежелательно, крайне нежелательно. Вот. Маски, перчатки и все те ограничения, которые мы с вами видим и знаем для магазинов, для мест общественных, они, конечно же, в храме сохраняются.